друзья, сегодня мы будем играть World of Tanks. И да, вот вышло, ну как это сказать? Короче, у нас праздник, Новый год скоро, 11 декабря сегодня. Уже через сколько там, через 20 дней будет Новый год. Вот уже и добавили праздник в нашу игру, которого мы все долго ждали. Так вот, у меня, я, конечно, без записи 2 дня играл, у меня уже 7 уровень. То есть я за 2 дня, но этот режим, ну как режим, добавили 9 декабря, добавили атмосферу праздника. Новый год добавили, да, так сказать лучше. Я вот за 2 дня уже 7 левел нафармил. Давайте с вами немножко поиграем, повыполняем задание. Значит, у нас такое дело. У нас есть ежедневные задания. Только за них дают коробки, из которых вы уже сами знаете, что будет выпадать. Ну, а кто не знает, скажу по секрету. Игрушки даю. Да, да. Ладно. Еще у нас будет задание от Чака. Вот, заданием Чака. У него еще это. То есть он... А, я его задание уже выполнил. Ну, ладно. У нас 3 задания. Значит. А, нет, даже 4. Потом еще дополнительное будет. У нас нужно нанести 3... урон трем разным техникам. То есть одному, второму, третьему. Это я уже пробовал, не прокатит, если одному 3 раза снести урон. Нет, будет как один считаться. Так что нужно троим. Надо нужно брать ПТ-шку и целить всех. Берем скорпиончик. Еще 5 критов и нанести 2К урона. Надеюсь, у меня все это за раз получится сделать. И еще довольно быстро загрузилось. Затерянный город. Кстати, вот я обычно прикрываюсь ровно в кустах, и здесь пишут 15 метров, ну и другие. Может, реально 15 метров прикрываться? Как? Ну, сначала, ладно, давайте займем позицию, будем шмалять по всем. Где станем? Мне кажется, стоит вот сюда вот когда-нибудь встать и целить там остальных. Вот так. У меня есть маск-сеть, стереотрубы. Буду далеко видеть, и меня будет мало. Пишет, ищу учителя для танков. Ну, не знаю, кто будет учителем для танков. Хотя тут же вроде такой 6-7 уровень. Нормальный такой уровень. Уже нормальный игрок, наверное, дошел. А, вот учитель уже. Не капсом пиши. Вот уже мудрый учитель. Какой репорт? Мы что, в Амонкассе сыграли? Никак. Ну ладно, давайте ждать, пока кто-нибудь подъедет. Сразу активируем себе обзорчик и маск-сеть. Кстати, что я забыл? Вот так. Давайте по одной технике стрел. Долбанно. Да, блин. Пока 0 из 3, 0 из 3, 0. Сейчас, может, 1 из 3. Давай, 1 из 3. Да блин, я думал, он повернет. А ебаный. Пока мы в минусе, пока ничего нет. Блин, я Е25. Ебаный, РСТ. Аккуратно. Ладно, гуслет такой. Не то, не сломали, а повредили всего. Ну же, нужно же нам сносить. Я, конечно, знаю, что это очень тупая идея. Идти в центр карты на ПТ. Но я хочу ачивку выполнить. Теперь понятно, откуда у меня 44%. Столько мест можно пострелять. 100% там какая-то ПТ-шка стоит. Хотя, если бы она стояла, она бы меня уже давно выстрелила. Меня же запалили. Или я отцепился. Кстати, отличная цель. На! 1 из 3. Вот 2 из 3. Я 25 спрятался. Ну уже. Черчи. Нати, 2 из 3. Отлично. Мы выполним ачивку, если врежем еще в кого-нибудь. Например, по Е25. Ну,
принципе, давайте тоже урон еще сносить. Кого, например, можно еще? Да, чуть дальше продвинемся. Меня засветили. А я был не в засвете. Ну да, я был не в засвете. Если бы я был в засвете, меня бы так не встретили. И не начали бы. Ладно, гость сюда проедем. Не обращаем внимания на наш. На выстрел убьем. И убьем все. Одно здание вызвало. Троих. Я же я не помню, кто был первый, но, по-моему, в Тетрис... Да. В Тетрис 485 я, по-моему, стрелял сначала. Давайте стереотрубы и маск-сеть врубим. Черчи! Ладно. Да блин, ну ладно. Быстро у него перезарядка, но по троим я снес урон, это главное. Значит, теперь мы будем, значит, повреждения наносить. Повреждения будем наносить на Артушке. Вот такой же ребятки. Артушка. И на квадрачке. Ладно, давайте на Арте. Вот на КВ2 у меня буст, но все равно будем на Арте. Париж. Блин, только я не знаю, как здесь играть за арту на этом Париже. Здесь дофига зданий, и как целить, не представляю. Ну, не, за арту на этой карте играть сложно. Ну, кого здесь целить? У меня вопрос. И столько зданий. Мне кажется, вот туда вот стоит проехать, и там же будет более открытый микрос. Зря так, когда попёр на Скорпионе, все равно мы попадали, но не хочу быстро. Все-таки нанес урон. Ну, значит, за тот бой Скорпионом мы получим, значит, две коробки. А если мы выполним 5 повреждений за один матч, мы получим 3 коробки. А если 2к урона нанесем, то вообще 4 коробки. А если выполним дополнительное здание, которое дадут после этих 3, тогда вообще нам 6 коробок дают. Вот такой вот бизнес коробочный. Так, здесь конец карты. Здесь некуда цель. Так, открытый вид. Можно легко пострелять. Тай 59. Лови маслин. Меткость 100%. Просто. Самый меткий человек в мире. Встречайте Михалову. Вот. Тогда вот просто сжимаем вот так вот перед тем, чтобы точно попали. 100 миллионов, миллиардов, миллионов процентов, что мы попадем. Вот так. Типа. Теперь надо дождаться перезарядки. Он такой думает, в защите никто его не стреляет, а вот... А сейчас все-таки не изменится. Изменится. 16, но не буду уже. Так, все, готовы. Да меня подвинул союзник. Что ты делаешь? У меня ж все было уже готово к выстрелу, он меня тут подвинул. Давай, высовывайся. Тай 59. Ну, тай 59. Давай, на свечу. Бежать, красавчик. Ну уже, остановись. Блин, я лучше в Эмиле стрелю. Эмиль, ты тут? Эмильчик, ты тут-то или нет? Ну блин, засветите вы кого-нибудь, я хочу стрельнуть по кому-нибудь. Алло. Что за бред? Сейчас 100% я отвернусь, и Эмиль появится. Нет. Ну, с ДРВ-шку. О, тайп... Все-таки это тайп 59 меня заколебал. Хочу уже стрельнуть по нему. Нате! Оглушение ему дал на 10 секунд. Все, больше ничего не стрельну. Просто наделся легким испугом.
А вот второй выстрел по нему я хочу уже более качественно всадить и нанести ему хоть какой-то урончик. Или по суперчафе ударить. Да ладно, у нас вообще не на урон. Ну, на урон тоже, да, не вряд ли на 2К нанесу, но я не соценю. Чтобы 2К нанести. Хочу повреждения посносить. Гопа хилкат. Да блин, ну что за бред? Почему я не попадаю? Ладно, давайте тогда опять кому-нибудь поселимся. Блин, нас уже поджимают тут. Ну, блин, кто-нибудь свет дайте. Тебе некому. Арту, что ли? Ну, короче, если... А они что, свалили тут? Да не. Они просто взяли и свалили. Исушка, ну хоть ты останешься. Хоть ты запалишь кого-нибудь. Это реально не дело какое-то. В следующий раз, короче, на КВ-2 буду играть. Здесь уже не нанесу. Хотя может сказать, что нет. Блин, я только могу... О, тайп. Вот не вот это... Да в смысле? Я ему должен наносить хоть какой-то... Блин, самая ксавия. Супер Хелкат засветился. Дать на него наведемся. Блин, ну очень жалко то, что... То, что перезарядка долго. Ну блин, я сейчас могу его ваншотнуть. Или нет? Да, и он, конечно же, когда я только перезарядился... Ну вот это просто лучшая жизнь. Сколько я ему сейчас? Ну ладно, все, меня сейчас убьют. Сейчас я посмотрю, сколько я снес в ЭТ-шке. Ну сколько же я ему снес? Сейчас узнаем, давайте. Ну, давай, уходи, бой. Сколько я ему снес? 209, ну нормально. Минус. Чё-то как-то фигово. Давайте КВ-2 возьмем. Стоп, подожди, а в смысле не выполнил? Ну ладно. Я нанес трем разным. Почему мне не засчитали это задание? Странно. Вон, давайте попробуем сделать это задание на КВ-2. На КВ-2 попробуем все задания сразу. Или же бой со Скорпионом еще не закончился? Ну, не знаю. На КВ-2 мы можем сразу все три сделать. Он и повреждает очень сильно, и по троим можно сразу закатку стрельнуть, и сносит он дофига, так что за три выстрела можно и 2К снести. Это же идеально. Еще и бонус для меня стрельнул. Так что погнали. Мне кажется, что зря я взял, променял арту на КВ-2. Сейчас будем... смотреть КВ-2. Что КВ-2 сможет сделать? Он такой медленный, это не очень большой. И перезарядка у него, как у арты, очень долгая. Но смысла, чем от арты, от него больше, мне кажется. Ваншотнуть может, побеждать, хотя арта может со своей базы тачить, но зато он может вперед побираться. И везде можно стрелять. Никакие дома для него не будут обратно. К тому же, все, стреляем, кого мы хотим. Даже если красный, мы не пробьем, у нас фугас. Я не понял, ну, зачем с самого начала уже стрелять? Кто меня успел засветить? На вопрос. Или это на рандом? Хотя вряд ли. Скорее всего, какой-то гаденыш засветил. Тут рядом никого нет. Походу, реально кто-то засветил, а то меня стреляют. Кумель, я тебя запомню. Дружочек. Жалко, что у нас разделяет стена, так бы я тебе треснул. Может, по Т-шке? Промазал.
Это метки. Меткач просто. Давайте выжидать Тэшку. Долбанем его. Ну давай, давай. На. Надеюсь, я в него попал. Если попал, то это вообще шикардос. Если попал, то я ему много залетел. Или же нет? Ну, Ис, что ты сразу выезжаешь? Ха! Я успел повернуться, и он слепошетил. Меня сейчас убьет Т-50. А, не, не убил. Ну, раз она меня не убила, значит, я ее. Все-таки надо убивать. Грех не убить. Открытую тачку убьет. Значит, мы Т-50. Ладно, ладно, ладно. Ничего, все, все. Скорее всего, меня сейчас убьют. Долубьют. Арта это. Что за бред? Пожалуйста, засветись, Тэшка. Я очень хочу, чтобы она засветилась. Или кто-нибудь. Просто очень хочу стрелять. Стоп, признан, сейчас выйду, меня тут убьют. Я не попал, я попал. Я ровно, блин, в него прицелился. Оно не летит, что это за бред? А вот и Тэшка. Ну да, прикольно. Ну и на чем мне наносить повреждения? Я вообще не знаю. 100% нужен какой-нибудь фугасник. О, коробки две дали. А, это все-таки скорпион дали. Аж больше. Давайте откроем тут немножечко. Что же нам будет? 5-й уровень! Пипец! Это вообще классно. 5-й это максимальный уровень игрушек. А тут 1-й. Ну и сразу можно металлолом. Что нам за игрушка? А, звезда вот. А нет, подожди. Вот это красивый будет все-таки. Вот это остальное. А вот нам вот это выпало, 5-й. Ну вот, отлично. Можем, кстати, оставшиеся игрушки разбить на осколки. У нас будет 490 осколков. Можем рандомную игрушку 5-го уровня сделать. Давайте. Пожалуйста, что-нибудь. А, лавку. Ну, лавка у меня есть, по-моему. 5-го уровня или 4-го. А, 4-го. Ну, тогда 5-го поставим. Почти 8-й уже, давайте мы продвигаемся. И вот это разрушаем. 210, отлично. На чем можно повреждения наносить? Может, на скорпиончике все-таки? Или заменить это здание? Хотя здание на 2 каурона тоже сложно, его я заменял раньше, потому что не мог сделать. Хотя оно. Я в чем прикол? Когда я делал задание на 2К урона. Тогда я вообще его не мог сделать, и я его заменил на более легкое. А потом, когда я играл уже более легкое здание, я нанес 2К урона. Ну, это тупо жизнь. Все-таки на Скорпионе может 2К урона нанесить, если получится. Да, можно, если получится. Но если не получится, тогда не можно. Логично. Давай, давай. Грузись. Ну что, едем сразу на гору снайпериться. Я буду самым первым. Кстати, на той позиции снайперы могут быть, могут стать сразу вот в кусты, которые рядом. А нам выгоднее ехать на гору. И получать от тех, кто стоит там. Потому что мы здесь будем стать выцеливать? А те просто могут в тех кустах встать здесь сразу. И сюда будут, и туда, и сюда, и сюда. А с той стороны вряд ли сюда поедут. Так что у нас сложнее дела. КВ-шку уже засветили, походу, да.
Ну, КВшку засветили, это да. Он, конечно... Кстати, КВ меня может ваншотнуть. Он... А, это в КВшку стреляет. Что ты так пугаешь? Страшно же. На... Рикошет. Ну, просто... Жизнь такая не очень. Давайте стереотрубы подрубим, будем светить эти гады. КВшка, проходи. Тук-тук. КВшка! Да... Да меня отвлекли. Ну почему? Меня стреляют, все стреляют. Кто откуда? Не понял. Оттуда что ли? Как это вообще странно. Странности. Сейчас на меня тупые 25 покрыт. Ну почему всегда так? Почему никогда не бывает хорошо? Всегда все плохо. Хотя... Привет. Не, мне вообще не везет сегодня. Я думал, нормальные бои сегодня буду играть. Сегодня вообще не везет. Давайте две катки последние. КВ-2 сейчас возьмем и тупо... Давай, КВшка. Вот я хочу улучшение какое-нибудь на ускорение, чтобы я быстрее ехал. Кстати, катки быстро загружаются, потому что онлайн. Ну что, куда поедем тогда на гору? Я вот сюда вот как раз поеду. Здесь буду выносить. Что, опять критических повреждений несложно нанести. Эти фугасы, они могут сразу, блин, полтанка повредить. Одним выстрелом. И гуслю, и боекладку, и движок, и пушку одним выстрелом сразу. Фугас это топ. Фугас еще много урон наносит. И даже если броня сильная, все равно урон наносит не меньше, чем. Короче, в обычных патронах у них... Если броня не пробита, тогда 0 урона. Если броня пробита, тогда урона сколько заново. А здесь, если броня не пробита, урона будет ну, где-то 30%. А если броня пробита, то вообще жесть. Будет урон больше, чем от обычных. Так что фугасы это топ, берите все. Ну смотря какие танки. Если какая-нибудь ПТ, зачем фугас? Лучше пробивайте. А на КВшке только фугасами надо. Давай, Чафик, свети. Подыхай. КВшки остальные подъехали туда, так что... Кстати, в чем прикол-то, что КВ-2 может ваншотнуть КВ-2? Это легко. В башню с ним попасть. Блин! Жалко, что он отъехал. А он опять поедет? Ну так давай, подъезжай. На! Я мог ему ваншотнуть очень легко, если бы я попал. А я не попал, так что я лох. Даже не буду юзать рем, потому что зачем? На будущее больше придется. КВшка, ну дай мне, пожалуйста, этого, бро. Ну не надо, очень не хочу. Хотя они сейчас дальше, вот, светите, светите. Я не боюсь. Я просто спокойно еду. Свети дальше. Здрасте. Стоп, в смысле я в него не попал? Я ровно в него нацелился и выстрелил. Я не мог в него не попасть. Что за бред? Чем урон не слышу? Ну пожалуйста, ну КВшка, ну мне нужно 5 повреждений сделать. Ну что за бред? Почему нет? Вообще десятку брать у нас. Давайте поедем в компанию, блин. Да почему я не попадаю? Что за танк косой? Вообще.
Вообще невозможно попасть. Вы видите, как я целюсь? Я вообще не могу попасть. Никого. Тигра убили. Это тоже страшно. Тигр — это самая мощная наша оборона. Блин, сейчас у меня оглушение. Я вообще ничего не могу. Целиться не умею. Стрелять. Да в смысле? Меня со всех сторон поливают. Да не. Да почему он опять отъехал там? Почему? Мне так сегодня везет. И арта еще так сильно тащит. Ой. Ну пожалуйста. Ну надо же сегодня выиграть. На чем у него повреждение? Я вообще не знаю. Ну, арта, давай. Все-таки да. Пожалуйста, арта, ты же... Ну, опять городская карта. Ну, что с этим делать? Как мне в городской карте-то тащить? Либо же становиться вот сюда куда-нибудь. Ну, вот туда вот. Где-то более... Короче, становиться, может, куда-нибудь туда, и потом можно будет по всему городу шмулять. Хоть одну, еще одну ачивку выполнить хотя бы сегодня. Ну давайте. Я помогу тебе, прикольно. На Z нажал. Кому это? Вот этому будет? За мной поехали. За мной же, да? ФВшка приедет. Главное, я хотел с ней туда поехать, но все-таки поеду один. Все-таки позиция, которую я займу, будет лучше подходить для... Позицию Т-78, ну, короче, позицию, куда идут БТ-шек. Я буду с этого угла. В принципе, отсюда, где я буду стоять, можно будет и в некоторых местах город выцеливать. От колесников я не люблю, особенно на арте. Сейчас приедут, засветят всех и убьют нас просто. Сами эти колесики гады такие, очень хорошо себе фармят урон по разведению. Потому что... Проехали быстро на своей суперскорости, в них даже никто попасть не смог, а сами такие засветились в команде. Это больше относится к ЕБР-5, например, а не к МД-шкам всяким. МД-шки еще настолько... Так, ладно, ТВТ-шку бьют уже, нечего сделать. А может, по колеснику ударит? Чего это он тут стоит? Колесники должны активничать. На. Все-таки я думал, что все, он отъехал, но я ему даже один критически нанес. Вот чем прикол-то. Че чафик стоит на полянке? В них же вообще легко выйти. Я не знаю, что там нашим ПТ-шкам, но мне легко. Чафик, ну пожалуйста, ну стой тут дальше. Стой дальше. Я в тебя выстрелить хочу. Чафик. О, дайте 5. Все, давайте 5. Просто красивенько я его поджарил на костре. А город могу выцелить? Смотрите, моя позиция работает, я реально могу город выцелить. Все-таки да, крутая позиция. Могу и полянку, и город сразу целить. Это же артиллерийская позиция. Всегда, когда вы на этой карте, на Руинберге, ну или как, без разницы. Становитесь на арте в мою позицию. Если вы за арту играете. Тут легко целить город. На. Еще один критический.
Да я прям критоносец. Критоносец такой тип. Вот никто не может вот за дом стрелять к ним, а я могу. Ну и черт там может. Смотрите, просто сейчас выносим нельзя. Может в КВшку все-таки пострелять? Хотя его, наверное, убьют. Раз запалили АФКшек. Или я его убью все-таки. Я. Да блин! Ну зачем вы в него стрельнули? Я его должен был добить. А что Тарта в городе делает? Блядь, шар тут вообще размазан. Джексон, Джексон мешает нам 44. А не он тут. Короче, нужно защитить нашу артушку, подружку. Чё вот это стоит? Наш. Как можно было ФВшку убить? ФВшку нужно убить. Что взять? Выцелить ее и как дать и убить. Вот как я. Вот так вот. Пожалуйста, 5 повреждений же будет. Арта! Тут, короче, колесник арте ехал, а арта его тупо отбил. Не, просто респект арте. Жалко, конечно, что не наш арта колесник, а чужого отбил, но все равно круто арта сыграла. Пожалуйста, нашего. Ну, короче, ПТшка это. Засвети Джексон. Пожалуйста, я прошу тебя. Я хочу стрелять. Ну, Джексона засветите вы. Он сейчас подъедет, арту начнет убивать. Меня в том числе. Ну, Джекс. А, вот Джексон. Только он так в противном месте таком стал делать. Как же не люблю. Пожалуйста, 5 повреждений. Сейчас за матч 5 повреждений. Я нанес 5 или не нанес? Я вроде старался, наносил. Так что мне пятюню обязательно. Пожалуйста, три бокса дайте мне. 3. Я же нанес 5 повреждений. Ну, 4. 4 или 5? Пожалуйста, 5. Ну. Да! Нанес 5. Вот так вот надо. Вот так вот надо играть, пацаны. Учить. Наносить. Давайте 3. 3 коробочки откроем. И последнее здание. 3, 3, 1. Ну, нормально вполне. 2 игрушки третьего уровня, это нормально. Конечно, не знаю, еще третьего, нормас. А сейчас давайте 5 или 4. Просто под конец что-нибудь крутое. Да, круто. Первый уровень, все. Это можно сразу на осколки. Чего у меня, кстати, ничего? Ничего нового, значит. 180. Го, сделаем 5-й левел. Сразу. Что это? Крутилка. Ну не, ну 5-й левел крутилки мне не нужно. Он мне и так 5-й. Эх, блин. Просрали немножко очков. 110. Просрали. Ладно, давай 4 боксика еще. Где-то нам нужно 2К урона. 2К урона я уже знаю, на чем наносить. Вы же понимаете, да? Это все-таки десятка. Это AMX50B. Если была карта Энск, вообще было шикарно. Там хорошо. А вот сейчас я не понял. А, мне уже показалось, что это Энск. Потому что там тоже железный. Ну, это Орловский выход. Ну же, AMX, я в тебя верю. Ты сможешь нанести 2К урона и дать мне 4 бокса. Ты же дашь мне 4 бокса? Значит, даст. Генеральное сражение у нас намечается. Захватить базу противника. Ну, конечно, мы будем уничтожать технику. Все. Нам же нужно как бы. Я ехал туда, на этой карте, туда меня убивали. Может, туда поедем? На нем нужно попросить свет. Ну, попробуем. Ну что, сливные, готовы к сливу? Всем успехов. Серьезно, почему все всегда пишут, ну, много кто пишет. Я не понимаю людей, которые в начале катки сразу пишут слив. Почему? Не знаю. Почему сразу слив? Может, не слив, а победа будет. Просто они плохо играют, так считают, что будет слив. Я вот думаю, что мы размажем.
Да, мы идем. Да, слава богу. Все, барабанчик готов. У нас одна пуля сносит 400 хп, а у нас 4 патрона. Значит, за один барабан, если попадем, 1600. Ну, в принципе, 5 патронов где-то всадить, и мы уже 2 патрона. Сейчас будем 400 сносить, и меньше. Ну, просто 400 в среднем. Бывает меньше, бывает больше. Надеюсь, что нам чуть-чуть подфартит. Ну, в пользу фортуны. Фига тут челик ваншотнул до 100 ЛТ. Выстрел поджог. Кто это? Объект 705. Красавчик. Конечно, поджог неприятно, да. Когда тебя с одной стреляют один раз, и ты догораешь. Это, конечно, неприятно. Надеюсь, со мной такого не будет. Лишь бы не накаркать. Вот по челику уже хп наносит. Знаешь, здесь все-таки стреляют. Идет. И в кого здесь ты стреляешь? А, значит, это семерочка. Так, первый уже не попал. Второй. О, и давайте добивание. Нет. А почему я его не пробиваю? Я не понял. Че, лох такой, что ли? У меня же нормальное бронепробитие. Вон, 376. Все-таки не подфартило первым патроном. Снешь меньше среднего. Давайте светить, я хочу. В принципе, я сейчас, если весь барабан попаду, могу, в принципе, и два красности. Ну уже. Эта кавка должна быть вин. Победа. Давайте, пацаны, идите там, обнаружите кого-нибудь, а я долбанусь. У меня барабан есть. К выстрелу готов. 4 заряда. Спасибо, сейчас ложится. Ну же. Хотя, да, опасно туда лезть. Вы тоже поаккуратнее. О, уже ФВшка. На! Собака. На еще один. Во! Так. Еще одна пытается. И гусь. Так, ну 2 патрона осталось уже всадить. Ладно. Ну или 3, 2 или 3, скорее всего 3. Ой, просто тяжелая артиллерия выезжает. Меня-то за что? Тут другие челики есть, их много. Чё я? Почему ты меня выбрал? Почему я твоя цель? Хватит меня пулять. Что я сделал тебе, объект? Ну за это мы ему должны сами сделать. Дайте мне. Я тебя убить. На! Почему? Пожалуйста. Давайте убью. Есть 4. Кто тебя стреляет? Мне интересно. Гости аэротрубы подрубили. Вот они подрубились. Сейчас будем палить. Не, вроде. Так, ты 57 хели. Там хели. Хотя на гору бежать опасно. Все, я снижаю, без проблем. Все. Вот серьезно, выход на 5 секунд на гору уже мне покоцали. Это же опасно. Не, ну арта это уже слишком. С чем арту-то? Ну уже. Давайте, кто-нибудь на глаз мне подглядитесь. Я вам постреляю. Я светился, я убью. О, там открытый обзор на ФВшку есть. Хочу ее убить. Пожалуйста, только не засветите. Вот я, блядь. Так аккуратно, маск сечь. Безопасность превыше всего. Блин, тут ФВшка была открыта. О, Type 57. На! На, маслины, короче. И третья осталась. Блин, 12 урона не хватило. Да что ж такое? ФВшка уже не под обстрелом. Не в открытом виде. ФВшку уже так просто не убьешь. Вот пузал.
Эх. Ну же, мне нужно вот этим патроном последним нанести урон. Хоть какой-то. Меня вроде тут не видно. Так, бочатик. Бочатик, стой, стой. Блин. Да что? Ну блин, у меня 12 урона нанести оставалось. У меня умели. Но... Ну тебе заново придется наносить урон. Что ж такое? Кого возьмем для урона? А я ж почти ведь выиграл. Ну нет. Можно сушку взять? Давно у меня не играл. А она-то нормально сносит. Очень даже нормально, я скажу. Очень нормально. Так, лаки. Это ты ломишься там, да? Лакусик. Ну же, давайте. Возьмем нашу сушку и спокойно убьемся. Лайф Окскарт. Станем в кустике, будем с фугасом. Это как КВ-2, только ПТ-шка. И с перезарядкой чуть поменьше, чем КВ-2. В принципе, на сушке мы можем поменьшить. Я просто забыла, что у меня сушка есть. У меня есть много танков, а про сушку я совсем забыл. Ведь он... Но она же тоже играемая, играбельная, крутая. Она очень даже крутая. Почему на ней не прыгаю? Довольно прочная, так что если стану в кусты, фиг, то пробьют. Конечно, пробьют, но не все. Я не помню, почему там у нее броня, но точно не лопатка. Точно же. Так. Что у нас там по команде? Много у кого есть генерал Мороз? Даже у меня есть. Я, может, 10-го левела достиг в прошлом году. Атмосфера праздника. Кстати, вы тоже ждете уже в танках следующий год? Когда в феврале, возможно, там будет еще линия фронта. Вы же помните режим линии фронта? Не помните, посмотрите у меня на канале, там есть про линию фронта. Крутой такой режим в танчике. Давайте посторонитесь, тут я главный. Ну же, две ПТ-шки и еще средний танк занял кусты. Но никто не светит. Что мы тут делаем вообще? Маск сей сразу активируем. И смотрим. Шкода. Есть. Блин, только у меня сразу поворачивается порога наша. Куда ты стреляешь? Наша Шкода. Что ты там шкодишь? Шкода. Тупо куда-то палит, непонятно куда. Может, увидел челик, что дерево где-то упало. 100% кто-то был. Я не знаю, зачем стрелять, потому что... Или все-таки видите. Ладно. О, давай, едь, свети. Полезен будешь. Я не подведу. Я, если что, стрельну. Если будет много, я не виноват. Смотри там, не утопись, Вася. Ну, молодец, не утопился все-таки. Проехал. Красавчик. Теперь давай свети, а то что это я тут? Без дела стоять буду, да? Не. Давай что-то свети. Дальше, давай. Мне-то пофиг, выживешь ты или нет. Это я должен уравнять. Если ты сейчас утопишься, это ржака. Ты же не утопишься. Ну, не утопится. Хорошо, что не утопишься. Я сейчас разозлюсь и сам светить поеду. Ну, в принципе, ПТ едет светить. Сейчас Су-152 едет светить. Смотрите. Премьера. Только у Михалова такого не идет. Мы же должны кого-то засветить. Да? 100%.
Ты нас убьёшь. 100%. Ну, за этим домиком рыбаться встанем. И будем ждать кого-нибудь. Или все разъехались, и у них на базе никто не остался, мы будем ехать, захватить их. Эх. Ну, за этот домик пойдемся. Я должен кого-то запалить. Ну, не может же никого на их базе не быть. Вот. Стервеш. А вы меня не видите? Или только я? В чем прикол? То, что это Су-152 едет светить. Я свечу, реально. Я вот его заметил сейчас. Или это Шкода была? Хотя, я не знаю. Там есть Су-152. От 8. О, смотрите, мы уже начали светить. Челленджи. Ты тут не спрячешься. А лови-ка ты маслину. 900! Что так посмеялся? Злобно. Я ему тупо 900 урона снес. Я его ваншотнул. Да вы представляете, какой я крутой? Ну, хумель. Давай ты его носите, хумель. Не, все, я все-таки 2к не снесу за это. Вообще жалко. Хотя возможно. Одна сотая, 1 миллиардная процента шанс, то, что я смогу все-таки снести. Хотя подождите. Если я сейчас ваншотну Су-152, то возможно. Я нанесу. А где Су-152 мне сейчас? Я что могу его ваншотнуть? Вот в чем прикол. Я нанесу. У меня уже 1388. Ну давайте от 8 добейте его. У меня ни на что не повлияет. Я буду экономить заряд. Все-таки сносили. Нормальная тачка. Нормальный танк. Ладно, ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Смотрите прошлые видео. И всем пока-пока.